Итогом рабочего визита Дагузовой стали встреча с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым и подписание трехсторонних соглашений о сотрудничестве между республикой, Ростуризмом и ведущими федеральными туроператорами. Соглашение подписано. Вы знаете прекрасно, насколько сегодня востребованы туристические объекты, маршруты Дагестана. В общем-то, это было заметно уже в прошлом году. В этом году привлекательность Дагестана стала еще больше. И подписано сегодня соглашение, прежде всего, направлено на то, что мы получаем возможность использовать чартерные туры, которые включают не только перевозку туристов, но и организацию экскурсионных поездок, перевозок по Дагестану, значит, размещение людей в Дагестане и, соответственно, оказание других видов услуг в туристической сфере всем, кто этими турами может воспользоваться. Особенно важно то, что у нас вот для именно эти чартерные туры становятся востребованными среди людей с средним достатком, то есть среди тех людей, которые на сегодняшний день предпочитают такой отдых бюджетный. У нас сейчас Дагестан как раз на середину лета готовит большую заявку на софинансирование таких общественных предпринимательских инициатив. Это поддержка малого среднего бизнеса на реализацию как раз вот таких туристических проектов, о которых мы с вами говорили, об устройстве маршрутов, троп, всем необходимым, а также кемпингов, автокемпингов. По модульным гостиницам Дагестан в числе немногих регионов, которые у нас в этом году впервые в этой программе участвуют. Это вообще совершенно новый проект. 150 миллионов финансирования Дагестан получил, и 500 номеров в этом году уже будет создано. Я подчеркну, что Дагестан среди 19 регионов, которые в этом пока еще таком, можно сказать, пилотном проекте у нас участвуют. И также мы вместе с республикой готовится еще заявка на туристическое обустройство центра Дербента. Тоже порядка 250 миллионов рублей можно получить на такое туристическое обустройство Дербента. И эта заявка тоже сейчас регионам готовится. И еще очень важный момент. Сегодня вот мы много про это говорили. Очень не хватает, особенно на побережье, качественных, современных гостиниц, которые готовы оказывать услуги на самом высоком уровне для и местных туристов, и для приезжих туристов.